Привет! На повестке дня самые нежные панкейки из существующих. Готовятся они без соды и разрыхлителя. А в чем их секрет? Об этом вы узнаете дальше, если продолжите смотреть это видео. Вы на канале «Жизнь вкусная». У этих панкейков есть два секрета приготовления. Первый заключается в том, что готовятся они на сковороде с закрытой крышкой. Таким образом достигается эффект духовки. Тепло подается не только снизу, а и циркулирует вокруг самих панкейков, благодаря чему они лучше пропекаются, лучше всходят и лучше держат форму. Второй секрет заключается в том, что тесто готовится на взбитых яйцах. Таким образом его можно смело назвать бисквитным, но оно будет, конечно, нежнее, чем тесто для бисквита. Но благодаря этому они имеют потенциал к возрастанию, к увеличению объема без дополнительных разрыхлителей. Из использованного количества ингредиентов, список которых я продублирую в описании к этому видео, у меня получилось 18 панкейков. Приготовление начинаю с разделения яиц на белки и желтки. Мне потребуется 5 белков и 2 желтка. Желтки можно смело потом использовать для приготовления каких-нибудь соусов, либо домашнего майонеза. К желткам всыпаю сахар, добавляю щепотку соли и вливаю растительное масло. Когда смесь станет однородной, в 2-3 приема введу молоко. Теперь всыпаю к желтковой смеси муку. Муку я всыпаю в 2-3 приема просто потому, что так мне удобнее. Она не рассыпается, не пылит, и мне проще вмешать ее в смесь. Перемешиваю смесь до гладкости и однородности. Теперь буду взбивать белки. Напоминаю, что яйца должны быть комнатной температуры, именно так сахар в них разойдется и не останется крупинками. Сперва взбиваю на небольшой скорости белки до появления такой мягкой пивной пенки, затем постепенно в 3-4 приема я ввожу сахар. Меренгу взбиваю до мягких или средних пиков, при этом у пузырьков воздуха в белке будет потенциал к расширению и панкейки будут расти. Теперь я ввожу взбитые белки к желтковой массе. Сперва добавлю где-то треть взбитых белков и аккуратно вмешаю в желтковую массу, таким образом белки облегчат ее и сделают дальнейшее смешивание более простым. Напоминаю, что у меня на канале есть очень классный рецепт бисквита для рулетов, который не трескается и его не нужно сворачивать в горячем состоянии. Я оставлю ссылку на него в описании, обратите на него внимание, рецепт очень удачный. Очень хорошо разогреваю сковороду, ничем не смазываю ее поверхность и выкладываю столовой ложкой на нее тесто. Накрываю все крышкой и оставляю примерно на 2 минуты, но нужно следить за тем, как идет процесс. Друзья, хочу напомнить вам о прошлом видео с двумя рецептами традиционных панкейков. Там используется белый классический вариант и шоколадный вариант. Обязательно заходите, смотрите это видео, ставьте свои комментарии. И ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Снимаю крышку, аккуратно переворачиваю панкейки. Они очень-очень нежные, очень воздушные. И со второй стороны я допекаю их уже без крышки. Нежные воздушные панкейки готовы. Приятного аппетита! Спасибо, что посмотрели мое видео. Меня зовут Галина Артеменко. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны, а также нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на меня в разных социальных сетях, в тех соцсетях, которыми вы активно пользуетесь. У меня всегда вкусно!